Звенигороде проводим прием нашего населения, наших граждан. Люди, конечно, приходят с абсолютно разными вопросами, оказавшись и достаточно сложной жизненной ситуации, порой приходят за разъяснением. Прямо на приеме разобрались с вопросом зачисления ребенка в детский сад. Очередь в дошкольное учреждение формируют на основании поданных родителями заявлений. Зачастую жителям просто необходимо объяснить последовательность действий. Если что, тогда вы напишите мне заявление, но в любом случае вы возьмете бланк, тогда мы будем, потому что еще срок, когда до зачисления его нет, а пользоваться слухами мне бы не хотелось. Это неправильно, потому что, в принципе, у нас напряжение, конечно, есть в детских садах, но есть определенный порядок, и мы стараемся все-таки его придерживаться. В округе возобновили институт бесплатной юридической помощи. Прием ведется по предварительной записи по понедельникам с 11 утра в офисе местного отделения партии «Единая Россия» на Можайском шоссе 151. Екатерина Крамар, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».